Паша, неси мне конфетку. Классно, правда? Да ну что ж такое-то? Тын-дын, 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 тын-дын. Говорит он, у тебя обуви нет. У меня нет, зато у тебя есть. Драться нехорошо. Не открывай. Ну как это? Ну не надо. Так, ну кто там еще, а? О, а это что за подарок? Валера, как ты думаешь, что это? Это я в интернете заказал. И что это? Это нам. Понятно, сейчас посмотрим. О, и что это такое? Это универсальный завариватель чая. Ага, сюда засыпается заварка, все понятно. Так, я не понял, Валера, а зачем тебе она нужна? Ты же не пьешь чай. Как это? С конфеткой очень даже пью. Ладно, поверю. Так, а что тут еще осталось? Это что такое? Макуру, макуру. И что это за прибор? Это такой антистресс. Антистресс? Давай посмотрим. Какая-то деревяшка и сбоку резиновые заглушки. Его нужно толкать. Вот так? Нет, не так. Нужно легонечко. О, у тебя получается. Так, ставим палец и толкаем. Ага, классно, правда? Эй, стой! Чего там как-то сильно гремит? А мне нравится. Хватит, Валера, эта штука больше раздражает, чем успокаивает. Кто там опять? Желтобрюх, не открывай. Ой, да что же это такое сегодня-то? Ну кто там еще? Опять подарок? Ну и ладно, помакурить мне не дает. Значит, буду по монстрам стрелять. Чпуньк! Ой, прямо в лоб. Я смотрю, ты меткий снайпер, Валера. А белку в глаз бьешь? Зачем? Драться нехорошо. Ладно, я это уберу в сторонку. Вот. А это что? Это, Валера, моя кружечка приехала. Ой, а может это мне? Нет, Валера, это мне. Нет, мне. Слушай, ну у тебя уже есть кружка. Нет, из нее желтобрюх уже пил. Фу. Ну так пойди и закажи себе другую. Ну и пойду. Так, тут футболочки. Нет, это мне не нужно. Так, мне надо кружечку. Угу, посуда, все товары, окей. Так, это популярные, а может быть новые есть? Есть, их тут так много. О, я хочу Валера на шариках. Во, вот такую хочу. Ой, это точно желтобрюх пришел. Да ну что ж такое-то? Тын-дын, 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 тын-дын. Не дом, а какой-то проходной двор. Кто там? Кто там опять? Еще один подарок. Валера, к нам тут опять какая-то посылка. Это я в интернете заказал. Слушай, я тебе интернет отключу. Не интернет, а Wi-Fi. И Wi-Fi тоже отключу. Валера, хватит заказывать всякие безделушки. Ой, ну я чуть-чуть, давай посмотрим, чего там. Давай посмотрим, мне тоже очень интересно. И что это такое? О, это универсальная штуковина. И что она делает? Вот сделай так, дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Ну? Паша, неси мне конфетку. Классно, правда? Угу, обалденно. Я тоже так думаю. Ну, а что еще можно с ней делать? А еще эта штука может напомнить всем, кто уже подписался, что нужно нажать колокольчик. Ребята, а всех тех, кто уже это сделал, я люблю и сейчас поцелую. Эй, присосался, кыш! Ой, это воздушный поцелуйчик от Валерки. Угу, я так и понял. Так-с, чего там у нас еще есть? Это что, бабочки какие-то? Это веселые шнурки. Это вы с желтобрюхом веселые шнурки. Ну зачем ты так говоришь? А зачем тебе шнурки, Валера? У тебя даже обуви нет. А я сейчас покажу тебе зачем. Так, а что там у нас есть еще? О, колба какая-то. Ниндзяго. А в ней лего. Открываем. Ну, пожалуй, начнем собирать. Это сюда. Теперь руки. Одна и вторая. Угу. Сейчас я хватательную часть приделаю. И еще одну. Ага, а шнурки тебе зачем? Говорит он, у тебя обуви нет. У меня нет, зато у тебя есть. Вот они, кроссовочки. Да, забавная вещь это лего и очень сильно затягивает. Ребята, кому тоже нравится, жмите лайк. Сейчас я ему меч вставлю в руку. И вот такой кинжал, как у ниндзя-черепашки. Хотя он как-то по-другому называется. Так, а ну-ка пойдем со мной. Тяжелый какой кроссовочек. Сейчас Валерка сделает ему красиво. И мы посмотрим. Постамент. И теперь сверху на него я поставлю нашего лего-человечка. Так, теперь подставка под мечи. Вот.
И теперь загоним эти катаны в ножны. И второй туда же. Это нам не надо. И это тоже. Готово. Ребята, правда, у меня остались лишние части, и я почему-то не знаю, куда их можно прицепить. А в общем, он выглядит очень прикольно. Вот. Это чего такое? Новые шнурки. Валера, ну это же некрасиво. А я говорю, красиво. Слушай, ты бы мне еще на лаковых туфлях такие прицепил. О, а это идея. Валера, стой! Ой, пока я не убежал, ребята, давайте наберем 100 тысяч лайков. Все, я пошел менять шнурки. Эй, стой! Меня нельзя трогать. Че это? У меня скоро день рождения. И что? И все. Валера, а пойдем, я покажу тебе, как ребята тебя нарисовали. Ой, это я люблю. Давай, показывай.